Друзья, всем привет! Сегодня видос по магнитным пускателям. То есть бывает, что они гудят. Вот это у нас на 110 вольт магнитные пускатели. Так, что у нас по блоку питания? Блок питания. Вот это отдельная катушка на 20 вольт. А вот здесь у нас на 80 вольт. То есть я их соединил, получил 100 вольт. То есть все как бы работает на 100 вольтах. Так, смотрим, вот этот магнитный пускатель на 110 вольт. Как он у нас работает? Работает тихо, вообще прям его даже не слышно. Другой магнитный пускатель. Вот так его колбасит. Это происходит из-за того, что здесь вот магнитный сердечник, он плохо соединяется. То есть его сейчас будем разбирать, смотреть, что можно с этим сделать, как исправить. Еще бывает магнитный пускатель, здесь катушка на 220 вольт. Смотрим, что будет, если подсоединить к 110 вольтам. Но он тупо не довключается. Короче, разбираем сейчас этот магнитный пускатель и делаем, чтобы он работал тихо. Разбираем. Давайте полностью разберем, посмотрим, что там, как все устроено, чтобы все почистить. Так, пыль. Кстати, этой пыли уже лет 30. Так, сами контакты, они есть серебряные. Здесь 11 грамм серебра в таких магнитных пускателях. То есть надо все почистить, чтобы было офигенно и классно. Просто так ставить я так не люблю и не умею. Видите, он ржавый весь. То есть надо, чтобы здесь была плоскость ровная. Так, вот там тоже надо почистить. Там вообще капец. Как все дело вытаскивается. Приподнимаем. Так вытаскиваем. В идеале вот эти штуки, контакты, запомнить, какой как стоял. Ну, чтобы, потому что они уже приделались, как бы прибились, набили свое место. Так, кстати, их можно даже пометить. Вот. Часть вытаскиваем. О, сколько здесь вкусности.
чистим, вычищаем. Нас интересует вот эта часть. Здесь есть такой шплинт. Нажимаем, и он у нас вываливается. Здесь есть пружина. Так, сама катушка. Сто 110 вольт, 50 герц. Так, на 110 вольт ПМЕ 211 должно быть 1350 витков проводом ПЭТ-В диаметр 0,33. Все, если кому-то надо, вот мотать на 110 вольт 1350 витков проводом ПЭТ-В 0,33 миллиметра. Как бы полезная информация. Вот с ним два контакта. Так, для справки, катушка на 220 вольт, ПМЕ 211, содержит 2600 витков, провод ПФ2, 0,27 мм. Кому надо, записывайте. Вытаскиваем валенки отсюда, их сюда вставляют для утепления зимой. То есть, если на предприятии холодно, устанавливают войлочные утеплители. Но так как у нас не холодно, мы войлочные утеплители убираем. Кто в Сибири, то есть там специальные войлочные идут. Дополнительные контакты по бокам. Так, здесь вот у нас приходит 110 вольт. Вот на эти два контакта. И подаются на катушку. Когда здесь образуется магнитное поле, верхняя часть втягивается. И контакты сверху замыкаются, вот эти вот серебряные. Так, здесь у нас тоже пружина стоит. Все, можно немножко подогнуть. Чуть-чуть. И здесь. Короче, вот эту часть надо притереть. Берем камушек. Смотрим. Бока берет, серединку нет. Может быть, конечно, так и должно быть. Чтоб серединку не брало. Короче, добиваемся, чтобы серединка тоже брала. Так, здесь у нас что? Здесь у нас везде берет. А еще у кого есть плоскошлиф, можно на плоскошлифе бахнуть. Будет вообще шикарненько. Ну вот что получилось. То есть теперь здесь прилегание идеальное. Может быть, конечно, должно быть посередине расстояния, но я, который магнитный пускатель разбирал, у всех есть немножко здесь расстояние. Напишите в комментах, может быть, оно должно быть. Но все магнитные пускатели я вот так вот делаю, они работают тихо и офигенно. То есть прилегание классное. Чуть-чуть смажем маслом, чтобы тут, блин, не ржавело нифига. Чуть-чуть. Ну, чтобы лучше пыль туда попадала. Чтобы опять все забилось. И потом еще раз почистить. Здесь у нас все ржавое такое. Немножко масляную пленочку сделаем.
масло немножко впитается, будет, я думаю, нормально. Так, контакты чистые у нас. Собираем все обратно. Так, валенки вот эти вот я удалил, ненужные для утепления. Их выкидываем. Ставим катушку. Так, катушку. Ставим сердечник. Пружинен. Ставим катушечку. Так, смазываем немного направляйки. Без фанатизма. Эй, пружинка, ты куда? Так. Немножко утеплителя осталось. Надо удалить. Капец, вот наутепляли, ёлки-палки. Так. Готово. Эту часть отставляем. Собираем обратно вот эту часть. Ставим штифт. В принципе, все магнитные пускатели устроены одинаково. Так, здесь у нас происходит трение. Слегка для запаха. Приподнимаем. Там защелку пружинку. Она самоцентруется. Вообще элементарно все сделано. Вот вещь. И сейчас, блин, продается все пластиковое какое-то. Ну да, меньше размером. Удобнее вроде. Но качество не то. У этих качество круче, конечно. Так, что я там творил, все правильно делают. Да, все правильно. Так. Эту примочку надо открутить. Она нам не нужна. Может быть, из-за перемычки гудел. Чик. Здесь тоже контакты. Здесь контакты, короче, везде одни контакты. Thank you.
Так. Расстояние между контактами есть? Есть. Попробуем, включаем. Крышку пока не ставлю. Подсоединяем и смотрим, изменилось ли чего-нибудь. Ну что, результат налицо. Стало тише, а сначала вообще дребезжало, даже это разговаривать было не слышно. Ну, я думаю, так лучше. Любасик. Это вообще капец. Так, тут хороший. Это тоже нормальный. Наш перебранный. Ну, вообще офигенно стало. А до этого дребезжал. Сами все слыхали. Ну и все. Чистка закончена. Можно устанавливать на рабочее место. Теперь все будет классно и тихо. Шикарно? Шикарно. Друзья, у меня есть группа ВКонтакте, Инстаграм. Подписывайтесь, ссылочки все в начале видоса и внизу под видео. Понравился видос, ставим лайкос, подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание. До свидания.